Всем привет, ребят! Ну что, как обычно, мы рулим нового героя. У нас еще сегодня чудесный коллекционер есть дополнительно на китайском сервере, что очень радует. На русском, скорее всего, такого не будет счастья, и на английском, возможно, будет. Арктику дают, ну, такое себе, получше призы, чем на русском, как по мне, много разнообразия всякого, конечно, раз на раз не приходится. В общем, мы будем сегодня выбивать нового героя. Одного из этого мы не выбьем, он получается только, я так понял, что события. Посмотрим. А, кстати, то, что я хотел посмотреть. 46-й. Пока мы не можем. Так, максимальный уровень 10-й. Тут все осталось. Возможно, отсюда мы сможем получать. Не знаю, пока непонятно. Сейчас еще посмотрю тут. Вот. Турнирка есть 4 дня. Непонятно, в общем. В общем, что-то интересное, судя по всему, будет происходить здесь. Или здесь будут падать осколки, я вот не могу понять. Тут все-таки осталось 4 дня до обновления и 3 призовых места. Вот, а надо будет перевести, но, в общем, вот как-то так. Судя по всему, его отсюда можно собрать. Каким образом, я даже не знаю. Посмотрим. Это я раньше не видел вот этой вот фигнюшки. Так, окей. Скорее всего, может, до включения посмотрим. Поехали ролить новый интерфейс наш. Ну, в принципе, неплохой. Поехали по 450. Мне кажется, раньше как-то было повеселее. Тут вроде и прикольную анимашку сделали, но как-то странно все. Так, череп. Непривычно, скажем так. Мне кажется, старая была поинтереснее, хотя хоть есть какие-то изменения, хоть что-то новое. Но все же, посмотрите, падает, конечно, разная хрень. Бочки. Так. Ну давай, рандомчик. Или они хотят сказать, что я сегодня все самые, как обычно, солью на китайке. 50, но посмотрите, не падают. Леги практически не падают. Раньше тут было просто мега. Мега куча легенд. Сейчас я, честно говоря, немножко удивлен такому рандому. Тыковка. Ну, как-то так. Ну, не знаю. Сделали типа анимашку теперь, но было, мне кажется, все-таки повеселей. Ну, хотя анимашка прикольная, но могли какое-то разнообразие для каждого героя хотя бы придумать. Ну, в общем, вот чем мы не занимались. Так, ну, блин, не знаю, не радует меня такой роллинг. Сейчас, секундочку, ребят. Включу админ-панельку. И сейчас мы его выбьем 100%. Такс. Все. И ты включили, поехали. Оп, оп. Ну, возможно, по нетфли какие-то шансы у нас, но не знаю. Ну, печально все. Посмотрите. Ну, фрейка выпала, это, конечно, прикольно. Но мне она не нужна, мне нужен новый герой. Все, админ панелька включилась, сейчас будут имба героя. Рогатка, ничего себе. Оно, конечно, прикольно смотрится, но, блин, ты сразу же как-то быстро лучше какое-то замедление хотя бы сделали, пару секунд.
Типа раз, там и молнии появились. Ну, видимо, молнии не сделали чуть-чуть не там, где надо. Так. Ну чё, где мой герой новый? Где оно? Где это чудо? Малышник. Оу, есть, ребят. Ну, я не знаю, я фигню на него потратил, честно сказать. Это, как обычно, эпический роллинг у нас получился. Сейчас посмотрим на эту имбу новую. Ну, вот так вот. Новый герой у нас есть. Админ панелька решает. Редька вот такая вот. Окей. Поехали, поставим его сюда, посмотрим. Полюбуемся. Что же это такое интересное? Ну, так, вот такой вот герой. Не знаю. Давайте посмотрим, как он бегает. Что-то какая-то дичь очередная. Посмотрите, это от него такие эти падают. Или что это? Или это фон поменяли немножко? Что-то у меня везде все падает. Я уже даже втыкаю, может, но у меня, по-моему, раньше анимации такой не было. Кто его знает. Ну, в общем, вот так вот, ребят, вытащил я новую имбу. Сейчас мы посмотрим, что его талант делает. Найду, где там он. Такс. Редиска. Буду раздать чего-то максимального здоровья. Трамп уже ближайший к своему противнику. Короче, он какой-то хиллер, судя по всему. Непонятно. Непонятно еще, но мы его выбили. Статки я вам его уже показывал. В принципе, довольно-таки интересный, думаю, овощ. Сейчас посмотрим, что он тут вообще делает. Конечно, сейчас будет шататься. Так, и коллекционера надо забрать. Железная воля. В общем, какая-то хрень. Не знаю, я не особо уже говорил, что мне что-то не особо нравятся последние варианты обновлений, потому что добавляют либо какую-то имбу, либо какую-то дичь. Что-то среднего нету, ну не знаю, прокачаем его, посмотрим. Ну такое себе. Честно говоря, такое себе. Знаю, с какой грядки они это откопали. Чудо-юдо. Кстати, сейчас попробуем. Чем мы мучаемся? Зачем мне рейды искать, если есть подземки? Сейчас посмотрим здесь, что это такое. И с чем его едят. Дальник. Кидается морковкой. Ну и зональный урон. Короче, такое себе, ребят, не знаю. Посмотрим. Так, что у нас там по судьбе, в какой он судьбе хоть находится? А, кстати, новый герой в судьбу не добавлен, что ли? А, не, все-таки добавлен. Я втыкаю. У меня же этот уже выбит. Зеленая фракция. Ну, в общем, ждите обзорчика, на него уже запилю, вам покажу. Прокачку, что он может, как он может, ну такое непонятное. Так, а что у нас тут? Тыковка, слизни я не собрал, не знаю, сколько я потратил, но как видите, даже слизни я не собрал. Риббита зато вытащили, тыкву вытащили. Ну такое, мне не понравился, честно говоря, роллинг, как падают легенды, но быстро мы выбили новую имбу, поэтому вот так вот. Пишите комменты, подписывайтесь, пишите, что вы думаете по поводу героев. Посмотрим, как получить второго героя, что же это все-таки такое. Ну, этот герой пока не особо меня впечатляет по первому впечатлению. Ну, я уже буду его тестить сейчас и подробно посмотрим на это все. Пишите комменты, подписывайтесь, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.